Так, собственно, снимаю видео, как и договаривались, про вот эти рули, типа, которые про тейпер. Вот у меня на пите стоит высокий такой руль с перекладинкой. Вон там перекладинку видно. Значит, толщина, видно, он такой достаточно толстенький. На самом деле стандартная толщина, просто для того, чтобы туда защита вставала. Вот он такой высокий. У меня стоит, я сейчас уже его завалил только что, пит. Видно, ручка погнулась. Поэтому буду сейчас... видно, что руль ровный. Сейчас для чистоты эксперимента еще измерю расстояние. Так, вот я палец поставил. 72,5 сантиметра. 72,5. Жалко. Я не знаю, видно было, не видно, наверное, не видно. Он упал с такой силой. Что ж, мне дырку в полу сделал. Поднимаем. Бедная ручка. Еще разочек. Посильнее. Я больше не буду, но он опять дырку сделал в полу. Мне пол просто жалко. Замеряю руль. Семьдесят два с половиной. Визуально на самом деле видно, что он как ровный. Сейчас я вот так сниму. Как ровный был. Вот сверху. Руль как руль, нормальный руль. Достаточно.